Баскетболистки из Москвы, Волгограда, Севастополя, Тимашевска приехали в наш город, чтобы вместе со славянской командой принять участие в межрегиональном турнире «Золотая осень». Борьба за место на пьедестале была напряженной. Баскетбол не нуждается в нашем городе в особой рекламе. Девочки охотно занимаются этим престижным видом спорта, укрепляясь физически и постепенно наращивая мастерство. Терпение и труд работают на результат. Межрегиональный турнир среди девочек 2006-2007 годов рождения «Золотая осень» и призван был прежде всего содействовать росту спортивного мастерства юных баскетболисток. Чтобы традиции такие были, на уровне хорошего выходить, на уровне России. И чтобы клубы девочки наши попадали, чтобы защищать честь нашу Родину. Мы стараемся для этого все делать. На торжественном открытии турнира участников поприветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Славянского района Александр Прищепа, который пожелал им красивой игры и спортивных успехов. Для участников турнира были созданы отличные условия, хорошо организованы размещение, питание. Словом, сделано все, чтобы баскетболистки без всяких проблем всецело отдавали силы игре. Турнир организован, можно сказать, просто отлично. Очень сильные команды, радушный город, прекрасный тренер города Славянска. Я надеюсь, что мы тоже покажем какой-то свой результат. Славянская команда на подъеме. Девочки тренируются сравнительно недавно, но настроены по-боевому. Мы очень любим баскетбол и хотим выступить достойно. Турнир «Золотая осень» вызвал большой интерес у юных зрителей и способствовал популяризации спорта. Действительно, посмотреть было на что. И славянские баскетболистки, и члены других команд играли в полную силу, активно боролись за победу. В итоге удача улыбнулась команде Волгограда, которая заняла первое место. На втором «Москвичке» почетное третье место у славянской команды. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».